Над чем работаем, Константин Юрьевич? Годовой отчет, Владимир Александрович. Годовой отчет. Это все весьма познавательно, Константин Юрьевич. Но, тем не менее, у нас на повестке дня есть вопросы посерьезнее. А что может быть серьезней годового отчета? Новый год, Константин Юрьевич. Новый год. Задумались ли вы, что служит главным украшением этого праздника? Елка? Нет, Константин Юрьевич. Главным украшением служит новогодний стол. Приходят гости, видят разнообразные блюда. Колбаску, икру, заливное, шампанское. В организме происходят химические реакции. Во рту образуется слюна. Вы чувствуете возбуждение? Есть и впрямь хочется. Нам с вами надо порадовать коллег. Они покушать любят. Что у нас традиционно украшает новогодний стол? Оливье? Нет, Константин Юрьевич. Мы пойдем дальше. Мы замахнемся, так сказать, на большее. Мы приготовим... Нет, не заливную рыбу. Гадость какая. Мы приготовим селедку под шубой. Как вам? Тоже ведь новогоднее блюдо. Люблю, но готовить не умею. В смысле, совершенно не умею. От слова совсем. Я тоже. Кто сказал, что будет легко? Но есть в каждом деле помощники. У вас вот бухгалтерская книга. А у меня кулинарная. Потолще, кстати, будет, чем у вас. Ну что ж, вперед, за дело. Так, это не то. Так. Не то. Ага. Вот нужная страница. Нам нужно отварить картошечку, морковку, свеколку, почистить рыбу, нарезать лук. Дальше уложить все слоями, смазать майонезом и вуаля! Селедка под шубой готова. Как готова? Мы же еще не начинали. Так, трем овощи на терке. Ай! Обрезался. Надо почистить рыбку. Вы серьезно? Да я сроду рыбу не чистил. Это же ужас, как сложно. Да ну! Да не сложнее годового отчета. Дайте-ка я гляну. Да, кажется, мы попали. Слушай, дорогой, кто так рыбу чистит? С хвоста надо начинать. Дай, пожалуйста, помогу. Берешь. Учись, студент. Слава богу кулинарии, да возрадуются наши желудки. Опа! А вы что тут, ребят, делаете? Салатики крошим. Время-то к ужину. Кушать хочется. А что такое? Селёдка под шубой? Хороший салатик. Я обычно туда яблочко добавляю. А это мысль? Ну и кого же мы пригласим для дегустации нашего творения? Я не знаю даже. Может, не стоит? Мало ли что. Ну, конечно же, Наталью Валерьевну, нашего директора по недвижимости. Наталья Валерьевна? О, Господи, что здесь происходит? Почему в таком виде? Вот, Наталья Валерьевна, отведайте дерзкое творение наших рук. Вадим Александрович, удивляете? В повара разжаловали.
мальчики, это божественно. Добрый вечер! С вами снова ваш любимый телеканал КСК «Еда». Срочная новость. Наши коллеги были удостоены почетного всероссийского звания «Гуру кулинарии». Все подробности в прямом эфире. Дорогие друзья, наш успех – это сумма множества слагаемых. Самые простые продукты, плюс немного фантазии и души. Но самое главное в жизни – это ожидание праздника. Поверьте мне, жизнь – как кулинарная книга, в которой мы ищем рецепты счастья и успеха. Ребята, вы забыли поздравление с Новым годом. Вкусно готовить – вкусно жить. Давайте жить вкусно в новом году. Дайте-ка я отведаю ваши шутки. Да, вкусно жить не запретишь. Можно жить за пазухой, а можно и под шубой. Ну что, друзья, отправляемся в Новый год за новыми рецептами. Хвоста надо начать, хвоста, учи студент. Срочная новость. Не срочная же новость, там уже с другого мы начинаем. С вами снова наш любимый телеканал Севкаф ТВ. КСК «Еда». Ваши и наши коллеги были удостоены почетного всероссийского звания «Гуру кулинарии». Все подробности в нашем прямом эфире, твою мать.